Ну что такое? Тебе холодно? Придется потерпеть. У нас с тобой сегодня важное дело. Вот. Это тебе. Это дочки мои. Ну вот. Сегодня я назову твое имя. Но повторит ли его богиня? Обычно имя ребенка называет мать, когда она у него есть. Приходит вся деревня, а матриархи ведут обряд. Но мы-то изгои. И все же мы будем жить по правилам. Чтобы не стать безбожниками, как предтечи, которые отреклись от богини. Это и привело их к гибели. А нам остались чудеса творения. Звери неба, воды, земли и скалы. Одно дело зверь из мяса. Другое – машина. Охотник должен уважать их силу. Я всему научу тебя. Однажды. Матриарх Тирса? Зачем она пришла? Запретить мне провести обряд? Нет, нет, нет. Встань с колен. Пришло время. Не молчи. Со мной ты можешь говорить. Вы пришли дать ей имя? А разве не ровно полгода минуло с того дня? Но мы же изгои. Ты по своей воле, а она, ну... Я верховный матриарх. Благословляю, кого хочу. Большая честь. Да, да, ну иди. Имя-то готово? Давай. Великая мать, это дитя нуждается в собственном имени, чтобы твоя любовь грела ее, как восходящее солнце согревает землю. Назови имя! Элой! И дитя обрело свое имя. Прекратите сейчас же! Что ты сделала? Благословила наречение ребенка. Упрямица, ты зовешь это ребенком? Что она тебе рассказала про это, изгой? Отвечай! Я лишь сделал, о чем вы просили. Просили воспитать, но не просили любить. Хватит! А ты благословить ее имя. Я должен служить им. И тебе. Я рядом. И пойду за тобой, куда хочешь.
Элой! Элой! О, как много ягод. Ты у нас настоящий добытчик, Васт. Ну иди, еще немножко набери. Умница, хороший мальчик. Дети, уходим. Она изгой, дети. Не смотрите. Ну-ка. О, пойдем. Это осталось от Железного мира. Древние развалины. Раст не разрешает мне ходить по таким местам. Надо искать отсюда выход. Виднеется. Что это? Мертвец. Вон там что-то блестит. Они везде. Как оно работает? Железная дверь. Заперта. А если эта штука поможет найти выход? Опять огоньки.
поменялся. Чего они умерли? Что случилось? Он меня нашел. Раст меня нашел. Я здесь. Я иду. Хвала великой матери. Скорее, хватайся. Нечего тебе там делать. Давай. Это запретное место, Элой. Да упала я. Это железный мир. А это что в волосах? Ничего. Ты нашла это внизу? Нет. Дай сюда. Нет. Элой! Такие вещи опасны? Нет! Ладно, раз ты теперь шастаешь где хочешь, пора заняться твоим обучением. Все, пошли. Домой. А завтра с тобой мы пойдем на охоту. Свой лук. Лук? Хватит шептаться с этой игрушкой. Спускаемся в долину. За мной. Будь внимательной, Элой. Тебе нужно держаться рядом со мной и делать, что я говорю. Я знаю.
У тебя еще не зажила рана после вчерашнего падения. Так что с этого и начнем. Возьми сумку для лекарств. Я скажу, что положить. Видишь вот это растение? Оно называется бальзамник. Иди собери с него ягоды. Хорошо. А теперь съешь их. Да, они горькие. Зато могут спасти тебе жизнь. Всегда держи под рукой запас целебных ягод, цветов и растений. Где это мы? Это долина, часть объятий Великой Матери. Объятий? Эти земли оберегает племя Нора. Хищные машины здесь не бывают, как правило. Ниже по течению будет стадо машин. Я покажу тебе, как на них охотиться. Они опасны? Все машины опасны, Элой. Их силу нужно уважать. Но с тобой буду я. Элой, вон машина. Пригнись и живо за мной в заросли. Тихо! Не высовывайся. Мыши. Нет, Элой. Такие машины зовутся рыской. Надо уметь от них прятаться. Иначе тебе здесь не выжить. Я покажу. Слушай и делай, как я. Замри. Пускай пройдет. Теперь иди за мной вон туда, в заросли. И не шуми. Стоп! Еще один! Подожди! Так, теперь за мной! Медленнее идешь, меньше шумишь. Пригнись и крадись, шума совсем не будет. Подожди! Это был последний. Идем. Молодец. Тебя не видели и не слышали. Идем. Стадо уже совсем близко. Почему он там? Он улыбается. Деп, куда тебя понесло? Деп, ты где? Отвернись. Мы изгои, а он в племени. Может, ему не нравится в племени? Значит, он дурак. Ладно, пойдем искать стадо. За мной. Вон, видишь? Эти называются бегуны. А, брысь! Чтобы показать тебе. Некоторые машины убегают, едва тебя завидев. К таким надо подкрадываться. Не волнуйся. Мы их еще нагоним. Вот увидишь. Теперь иди найди пару камней, чтобы умещались в ладони. Зачем? Не спорь, Элой. Иди набери камней. Я покажу, что с ними делать. Годится. Идем.
от стада. Сейчас будем бросать камни. Но камнем ведь машину не повредить. Нет, но можно отвлечь, заманить в ловушку. Видишь, там рыскарь. Надо его убрать, всполошить стадо, и тогда они все успеют разбежаться. Всполошит? Как? Машины общаются между собой, если не заткнуть им пасть. Стой тут наверху. По сигналу бросай камни, гони рыскаря ко мне. Жди сигнала. Элой, брось ко мне камень. Вот так. Теперь путь свободен. Забери из него детали для стрел. Хорошо. А теперь нарви стеблей древесника. Вот он растет. Из стебля выйдет древко, из металлических деталей – наконечник. Сможешь сделать новые стрелы, если колчан опустеет. А этим есть применение. Пошли. Сиди в траве тихо и не высовывайся. Пора тебе попробовать силы в охоте. Бегун. Слабая машина. Но даже слабая машина может убить того, кто неосторожен. Смотри внимательно. Шкура толстая, но есть уязвимые места. Вот глаза. А еще что? Емкость на спине. Это его слабое место. Да. Как ты догадалась? Мне эта штука подсказала. Это игрушка? Хватит дурачиться. Убей этого бегуна. Целься в глаз или в емкость на спине. И будь готова отпрыгнуть, если он на тебя бросится. Еще! Сегодня ты справилась, но тебе еще много всего предстоит усвоить. Завтра опять потренируемся. Что это? Тот мальчик. С тропы испытаний. Идем, быстрее!
Рано или поздно машины найдут этого мальчика и растерзают его. Если я выстрелю, стадо охватит паника и его затопчут. Но я вижу, куда они пойдут. Хватит уже сочинять. Правда, я могу прошмыгнуть. Не вздумай. Это не игрушка.
стойте. Благослови ее, богиня. Вас обоих. Она парень. Меня спасла. Я просто... Парень! Замолчи! Они оба изгои. Она безродная. Идем. В сердце матери. Мальчик не должен был с нами говорить. Это запрещено. Пойдем домой. За мной. Я знаю дорогу. Замолчи, парень. Замолчи лучше. Замолчи, парень. Закрой свой рот. Уходи, безродная! Смотрю. Ну-ка, не дергайся. Сейчас. За что? За что они меня изгнали? Элой, сейчас не время. Кто была моя мать? Элой, я же говорил, нам не дано это знать. Матриархи отдали мне тебя еще младенцем. То есть матриархи знают? Все не так просто. Они знают? Элой, мы изгои. Как добиться от них ответа? От матриархов? Ну, есть один способ. Расскажи мне. Но это опасно. Как? И надо много лет учиться. Ну и пусть. Что нужно сделать? Скажи. Инициация. Обряд посвящения для молодых. Кто пройдет, станет воином. А самому лучшему... Матриархи дают награду. Награду? Да, все, что только пожелаешь. Я согласна. Я справлюсь. Я стану лучшей. Ну что ж, тогда пора приступать. Это будет тяжело. На это уйдут годы. Начинаем? Да, пошли.